19 августа 2021 года. Продолжаем знакомиться с ценами в Сочи на недвижимость. Лично меня, ребята, они не радуют. Я жду, не дождусь, когда наконец-таки они пойдут на спад, и мы будем продавать гораздо больше, и а вы будете инвестировать в 2 и в 3 раза больше. Ну, на самом деле, это правда. Куда это годится? Ну, никуда абсолютно такие ценники не годятся. Только что смотрели на улице Санаторна дом под реконструкцию, который стоял уже более 10 лет, из которого делают дом бизнес-класса за 300 тысяч рублей за квадратный метр, от 300 тысяч за квадратный метр. Это второй этаж, а дальше все выше, выше, выше. Теперь же мы в начале улицы Санаторная. Обратите внимание, улица Виноградная, Санаторная, пересечение, развязка. И уже здесь два дома в самом начале улицы Санаторной по 4 этажа каждый. Цокольный, первый, второй, третий. Два дома в стиль хай-тек. В каждом доме по 32 квартиры. Площадь от 18 квадратных метров. Стоимость этих квартир начинается от 200 тысяч за квадратный метр. Я сейчас поднимусь на третий этаж. Не этого дома, потому что он мне менее понравился. Того, потому что тут есть видовые квартиры. И та сторона мне более понравилась. Сейчас поднимусь вам на третий этаж и покажу эти 8 квартир. 4 с левой стороны, 4 с правой. Все их снимать не буду. Просто вы поймете общую картину и сделайте свои выводы. Итак, лично для себя этот дом я не рассматриваю, потому что здесь у нас получается, смотрите, огородили, ничего вообще не видно будет из окон. Эта часть будет смотреть, получается, в этот дом, поэтому я любую недвижимость смотрю как для себя самого, поэтому для меня исключительно этот дом. Поэтому сейчас в этот подъезд мы зайдем, и вы посмотрите. Здесь есть как бы один нюанс. Сначала я подумал, что цокольный этаж, как бы, ну, он мне не всегда, так сказать, приемлем, но с другой стороны я подумал, несмотря на то, что здесь рядом стоит жилой частный дом, у цокольного этажа есть, будут свои террасы. Видите, часть земли, то есть у этой квартиры, у этой, и там две внизу, будут свои здесь террасы, можно будет зону барбекю делать и так далее. То есть в этом как бы плюс. А он не сырой, ничего, я пошел, посмотрел, все приемлемо. Сейчас я поднимусь вот в эти квартиры на третьем этаже и покажу вам их. Ребята, передвигаться со мной по объектам недвижимости в городе Сочи, это как, знаете, бесплатная экскурсия. Вы просто всегда в курсе, что у нас здесь происходит, понимаете все моменты, нюансы, ничего личного и ничего лишнего. Абсолютно никого не призываю ничего покупать. Но когда я вижу действительно хороший шоколадный объект, на котором можно заработать или просто купить его для себя в личную копилочку, я вам обязательно об этом скажу. Это бывает крайне редко, но это случается. Пойдемте посмотрим квартиру. Так, я поднялся на третий этаж специально, чтобы посмотреть, какие здесь видовые характеристики. Так, ну вот студия самая первая с правой стороны. Вот, пожалуйста, вам отсюда видно море. Я хочу вам сказать, что с первого этажа, со второго абсолютно фактически такие же видовые характеристики. Я специально поднялся на третий этаж. Так, с левой стороны мне не нравится, честно скажу, потому что окна смотрят в соседний дом. Для меня это неприемлемо, поэтому эту сторону я не рассматриваю. Так, вот еще небольшая студия. Сколько здесь? Квадратов 20, наверное. То же самое. Но самая обалденная квартира, которая мне понравилась, она находится в конце коридора. Вот, получается, еще справа, слева. И здесь будет стоять перегородка. Это одна квартира, вот здесь будет вход, это вторая квартира. Вот это мне понравилось. То есть небольшая студия, здесь тоже 20 с чем-то метров. Вот с таким вот видом. Потрясающим, на самом деле, панорамным окном. Очень красивое, очень светлое. Вид на море никто не перегородит. Клевый очень. И очень-очень приемлемый и достойный вариант. Так, все. Я вас обнял. Всем хорошего дня. Пока-пока.